Sea Beach Aquapark Resort 4 звезды. Отель Sea Beach Aquapark находится в 12 километрах от аэропорта города Шарм-эль-Шейх и в 25 километрах от Тама-Бэй, в самом центре залива Напк, на первой линии. Открыт отель в 2008 году. До 1 октября 2016 года отель назывался Desale Sea Beach Aquapark Resort. Построен отель в мавританском стиле и состоит из основного здания и комплекса трехэтажных корпусов. На территории нет подъемов и спусков. У отеля есть 4 бассейна. Работают они с 8:30 и до заката. Бассейн в клубной зоне имеет подогрев в зимний период. Отель располагает собственным песчаным пляжем протяженностью 250 метров. На пляже находится 300 шезлонгов. Есть стационарный пирс длиной 700 метров. На пирсе есть 2 спуска, по которым можно спуститься в неглубокую лагуну. В ней можно купаться и детям, так как есть мелкие места. Здесь достаточно красивый риф и есть много рыбок. На территории отеля находятся 2 главных ресторана, которые предлагают шведский стол на завтрак, обед и ужин. Есть поздний завтрак и поздний ужин для позднего прибытия. Также на территории отеля есть 3 а-ля-карт ресторана. Китайский, итальянский и ливанский. Их можно бесплатно посетить по одному разу за время отдыха. Ливанский ресторан находится на пляже. Это очень романтичное место в вечернее время. Концепция All Inclusive действует 18 часов. У отеля есть 6 баров на пляже, на террасе, лобби, возле бассейна и возле аквапарка. Лобби, бар и на террасе работают с 10 утра и до 12 ночи. В барах по системе все включено. Есть алкогольный, безалкогольный, а также горячие напитки. На территории отеля находится аквапарк, состоящий из 14 взрослых и 9 детских горок. Там есть бар, который предлагает только безалкогольные напитки. Время работы с 10 утра и до 5 вечера. Все бассейны в аквапарке в зимнее время подогреваются. У отеля есть детский клуб для детей от 4 до 12 лет, в котором с детьми занимаются аниматоры с 10 до 17 часов. По запросу есть услуги няни, они платные. Интернет в зоне лобби бесплатный, в номерах его нет. Спа-центр в отеле платный, тренажерный зал бесплатный. Анимация в отеле очень активная. Утренняя гимнастика, степ-аэробика, водная гимнастика, пляжный волейбол, дартс, настольный теннис, бильярд и всевозможные игры. Есть вечерние шоу-программы, популярные танцевальные шоу, живая музыка, караоке, мини-диско и детские шоу. Сейчас вы видите номер Blue Room. Площадь номера составляет 41 квадратный метр. В номерах есть одна большая двуспальная или две односпальные кровати. Есть небольшой раскладывающийся диванчик. Дополнительное место – стандартная односпальная кровать. По запросу предоставляется детская маленькая кроватка. Максимальное количество гостей в номере – 2 плюс 1 или трое взрослых. Во всех номерах отеля вода пополняется ежедневно – 2 бутылки по 1,5 литра. В номерах повышенной комфортности Blue – дополнительно заполняется бар при заселении соком, газированными напитками и пивом. На дни рождения отель предоставляет комплимент в виде торта. Халаты и тапочки предоставляются только в комфортных номерах. Утюг и гладильная доска по запросу платно. Есть услуги прачечной платно. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал Smart Tourism. Будет еще много интересных видеообзоров об отелях разных стран. Спасибо за внимание и до скорых встреч!